Приветствую всех зрителей канала Technics Reviews. Сегодня я расскажу о переделке шуруповерта батарейного на шуруповерт с питанием от сети 220 вольт. Саму переделку блока питания компьютерного для питания шуруповерта я показал в предыдущем видео, поэтому смотрите подробно, как можно переделать блок питания компьютера для питания шуруповерта. Ну и к тому же еще хочу сказать, что тут на табличке не совсем верно указано 18 вольт, потому что была произведена замена двигателя, и сейчас в шуруповерте установлен двигатель 12-вольтовый. Значит, теперь мы имеем блок питания, имеем шуруповерт и имеем два провода, которыми это подключается. Сейчас я подключу и покажу, как работает шуруповерт. То есть вот это провод, который подключается питание 220 вольт. Я его включу. Вот, блок питания уже заработал. И теперь можно включать шуруповерт. Другим проводом подключается шуруповерт. Ну и теперь я могу показать, как работает шуруповерт. Вот шуруповерт работает от компьютерного блока питания. Как это реализовано в самом шуруповерте, я тоже покажу в следующем видео. То есть переделку непосредственно шуруповерта. На этом сегодня все. Пока-пока.